Здравствуйте, дорогие друзья! Наконец-то! Пришло время рассказать о «Мостике», о фестивале «Мостик» 22-го года. Тянул с этим долго. Тянул настолько долго, что вот сейчас уже 23-го года будет «Мостик». И я вот сейчас как раз-таки аккурат под новый фест расскажу о том, что было год назад. Ну и о том вообще, какой проект грандиозный я туда подготовил. Его, наверное, можно было и не заметить, потому что он не был таким эффектным, но я вас уверяю, много сил, много времени на него было потрачено. Давайте об этом поподробнее. Но сначала лирическое отступление. Перед тем, как влететь в основную тему, хочу разогнаться и поговорить о насущном, так сказать. Расскажу про спонсорство. Может быть, вы тоже автор, и для вас, я думаю, будет полезно узнать о том, что в ваших силах сотрудничество с разными брендами. Начну с юности. Я сам к ним постучался с предложением. И, на удивление, довольно быстро получил положительный ответ. Обговорили условия, и теперь вопрос моего внешнего вида, можно сказать, закрыт. Оверсайз на меня там в самый раз. Белый, и даже такой белый сероватый. Вон, смотрите, какой-то там буфомен. Козлина, блядь. И бедолаги, грешники. Замечательно. Но это еще не все. Жизнь подарила мне возможность поработать с брендом краски, которым я и так пользовался. Я говорю про Артон. Ну, долгая история, не без случайностей. Можно сказать, мне повезло познакомиться с нужным человеком. И как результат, постоянная подпитка краской, с помощью которой я продолжаю свою творческую реализацию. Я очень благодарен тому, что это стало реальностью. А ведь все начиналось с простой мысли. Блин, было бы неплохо лутать всякие ништяки по ходу своей деятельности. И, знаете, так оно и произошло. В общем, какая история? У меня появилась первая племяшка. И я подумал, что было бы неплохо как-нибудь ее увековечить в своем творчестве. Ну и думаю, ладно, сейчас посажу ее на стол перед собой и поснимаю, посмотрим, что из этого выйдет, так как в основном я рисую трафаретами, а для трафаретов нужно что? Правильно, референс. И самый лучший способ, конечно, этот референс отснять самому, чем я, собственно, вот и занялся. Б! Смотри, я как Б говорю. Смотри, Б! Молодец. Так, Ульяш, смотри. Ты когда-нибудь замечала, что у тебя в разное настроение разное выражение лица? Что когда ты плачешь, ты по-другому себя видишь, когда смеешься, у тебя другое выражение лица. Ты можешь их показать, ну, сейчас? Ты умеешь смеяться нарочно? Попробуй. Давай. Как ты смеешься? Покажи, как ты смеешься. Ты можешь серьезное сделать лицо? У тебя красивый наклейка. Угу, у тебя тоже красивая. Я что-то не вижу. Что там упало? Твои наушники. Я начал этот проект еще в декабре 2017-го. Ни про какой мостик даже и речи не шло. Просто захотелось отрисовать вот такие вот мордашки. Работай. Совсем обхалтурился, блядь. Подгоняет еще, блядь, совсем. Охуел. В никуда получается. Просто, ну, чтобы были. Идея сделать из них стикеры пришла значительно позже. Итак, 22-й год. Я абсолютно не знаю, что печатать на фест. Идеи в голову просто не приходят. И вот самое время углубиться в старый материал, где меня ждали эти не до конца реализованные лица. В такой момент все сомнения, как правило, отпадают, и ты нутром чувствуешь, что вот оно, ни слова больше. Из всех эмоций, которые я заскринил, отобрал 4 самых выразительных – любопытство, радость, злость и грусть. Что-то типа того. То есть, когда проект был уже совершен, он у меня там на оргалитке нарисован, все дела, я не знал, куда его девать. И тут вариантов, ну, никаких. То есть, что-то высасывать из пальца, да и по жизни я так не двигаюсь. А прошло время, появился Бумен, и тут как раз-таки появилась новая ветка развития. То есть, можно было ее прокачать, наклеечки, то, что я дико люблю и уважаю. Для меня стало реальным попечатать свои, причем в хорошем количестве и бесплатно, самое главное. Костя, one love. Как там сердечко показывается? Вот так? Вот так. На. Халява.
Это мое второе имя. Теперь все мои идеи, все мои какие-то работы, которые не тянут на холст или на что-то серьезное, можно спокойно переконвертировать в наклейки, и это очень хорошо. Ну что, а ты за халтурами? Ой, блядь, Володь, что-то не получилось. Да, надо было стикермастера заказывать. Я сверстал их таким образом, чтобы все варианты пересекались в случайных сочетаниях. Перемешал всю колоду и раздавал их всем желающим на самом мостике, к которому мы приблизились уже почти впритык. На этом этапе я замолкаю. Закадровый голос будет намного реже, потому что я хочу, чтобы вы почувствовали эту атмосферу, какие-то нюансы подчеркнули для себя, чтобы я не надиктовывал вам свое какое-то видение этого всего процесса, чтобы вы посмотрели, так сказать, непредвзято на это со стороны. Потом по стрит-арте на клей. Где тот палец показал? Народная любовь. Я ограничен. Че, попа не горит? Да нет, все нормально, остужались. Привет. Здорово. У тебя, короче, такая новая тема, да, что ты теперь заправляешь банки? Да. По-моему, за этим тоже будущее, потому что сейчас банки неподъемные. И ну, вот есть это... такое, подумать, что будет интересно и ребятам, и... У вас барельефчики тоже, да? Да, змея. О, прелесть. 200 рублей стоит, да? Белые 200. Белые 200, это 300. Бери, бери. Выбор или крафтовое пиво, либо барельеф. В какую сторону ты пойдешь? Здорово. Как? Отлично. Сейчас оцените. Вот это пиджет. Его уголок. Так это новая? Ну, она с апреля. Это новая, блядь. Здорово! Здорово, здорово. Вот держите наклеечки. Спасибо. Наклеечки. Это видосики, камера? О, а что это за камера? Digital формате, это же мои настоящие. Ну да, прикольно. Вот берите. Можно прям? Да, хорошо, да. Ну прям горшнями не бери, конечно. Сейчас это слово скинем. Здрасте. Здрасте. У нас конфетки, можно попробовать. Да, можно какой-нибудь? Да, есть конфетки маршмеллоу на белом шоколаде. Есть сырная тарелка. Это маршмеллоу? Да, это маршмеллоу. Мед и сырные хлебцы. Оно прям. Привет, ребят. Привет, Ро. Да, попозже. Смотри. Блин, а что в целом классно? Булочки новые дропнули только сегодня, вообще никуда не выкладывали. Но... Вот, кстати, про который... Я уже снимал, да? А я нет. Можно получше печать, блин. То, что надо, прям. Привет. Даркуха, привет. Завтра? Нет. А тебе что клеить? Да, не
привет, привет, солнце. А у нас делаешь? Тут незапланированный, изначально должна была быть моя роспись стикеров, но у нас появился и получился незапланированный мастер-класс. Пойдем покажу, работает. Ребят. Вот, смотри, пока что у меня. Это удачно, мне кажется. И мне вот это очень нравится, смотри, какая прикольная. Это пальцы, да, получается? Да, да, чувак приложил их, и это какая-то суперсемейка, вот. А так, пока экспериментируем, детки рисуют, пока что-то потихоньку. Это удачный. Всегда на месте, но это самые простые. Ну, это же прикольно. Да знаешь, в этом что-то есть. В этом есть, я сейчас такие делать буду, потому что это у нас тоже эксперименты были, ребят. Вот как бы что-то остается. Пусть будет. Не, вот эти цвета сами по себе, это этот. Это мой самый любимый цвет у Black Panther. Подвинься, засранец. Собрать, ты сам подвинься, блядь. А? Кто это? Хуесос. О! У него только... О! Как? Да, кошечка. Это мы купим. От стикеров, смотри. Я не буду. И вот эти вот сделки. Че он тут стоит? Он раздает всем стикеры. Надо спросить. Ну. Зачем ты стикер раздаешь? Можно стикер? Да, конечно. Какой тебе больше нравится? Вот это контент. Школа меня снимает. Ты гляди. А? Ну-ка покажи, у меня там камера. А то, блядь, их это, ебашит. Пиздец, блядь, заебешь. Я с утра их нахуй сегодня, блядь, натягивал, блядь. 8 штук. А чё-то в этот раз пацаны, блядь, это... Лалейла. Вопрос? Это чё за принт такой? Это пыщ-пыщ, пацаны. Ну помял чуть-чуть, блядь, пока ехал. Ну. Так она от стирки отъебнёт, нет? Нет. Ты чё, блядь, ты за кого? За нас или нахуй? Или по выёбу? Смотри, давай, прорекламим. Новые шоколадные шоко-кэпы. Разработка, между прочим, блядь. Think about this, блядь. Никто не делал, а мы сделали, ну. Ну что, в целом, как, кипишь, не кипишь? Пока непонятно, что происходит. Ну ты еще тут 3 дня, да, херачишь? Да. Ну? А ты? А я хочу задвинуть вам одну темку. В этом году прямо с фестиваля будет идти прямая трансляция. Это нововведение, да. Поэтому в описании оставляю ссылочку на официальный YouTube-канал «Мостик». Вы догадываетесь, что сделать. А прикол в том, что какое-то время вести стрим буду я. Не пропустите. Короче, надо подписаться на мостиковский канал на Ютубе. Вася! Дарили. Привет. Чеклы за ДГ. А что реально, давай сделаем маник. Что сделаем? Сделаем маник. Да ты смеешься. Не, ну там профессионалы будут делать. Только стоим. Я лучше поснимаю. Ну, давай.
модная штука. Блин, отличная кепка. Спасибо. А вы ей вот татуировку делаете себе? Нет, да. Да, нормально. Это ужасно. Ой, блядь. Да ну нахуй, это ты. Да, там снял. Серьезно. Мы с тобой занимаемся. Есть на чем проиграть? Да, у меня старый советский проигрыватель. Короче, тебе подарок в мастерскую. У меня осталось очень мало времени. Блин, ну я потом, короче, лучше да на столе. Нет, потом, конечно. Ну а вдруг ты забудешь, давай сейчас. Шоко Кэпы от Бомбмен. По факту, вот этот проект с Улей, он увидел свет, увидел свою финальную версию только спустя 5 лет. То есть понадобилось немало времени для того, чтобы он созрел. И так, кстати, со многим. У меня много таких проектов, которые стали иметь смысл только спустя время. То есть ты вот так смотришь и думаешь, вот надо бы сейчас релизнуть, а чего-то не хватает. И желания как такового какого-то нету. Вот надо настоять. Такие вещи надо настаивать. Настаивать в каком плане? Не настаивать их реализовать, а настаивать на том, чтобы они полежали немножко, какое-то время подержались сами в себе и во времени. Тогда получается неплохо. Тачка моя, кстати. Так вот, о чем я? Презентовать такие долгострои намного приятнее, чем обычные рядовые проекты. На мой взгляд, время придает им какую-то дополнительную значимость. Это Ульяна. И понятное дело, что ничего не стоит на месте. Дети количественно размножились, и Ульяна стала у них старшей. За этим реально интересно наблюдать. И из этого всего я сделал наклейки. Кто знает, как оно там дальше повернется. Может, и они вольются в комьюнити. Но я, разумеется, настаивать на этом не буду. Ну что ж, друзья, я думаю, надеюсь, что вам понравился этот ролик, понравилась эта движуха. Вам, если вы находитесь в Москве или даже где-нибудь рядышком, если есть возможность приехать в Москву, вам обязательно стоит посетить этот фестиваль, влиться в комьюнити и жить счастливо, как нам, собственно говоря, и положено. Всем вместе жить счастливо. Друзья, до встречи. До свидания. До свидания. Подписаться на канал, лайкать эту хуйню надо сделать. Обязательно. Давайте. До свидания.